Поделаем попроще сначала движение. Вот поглаживание. Поглаживание – это скольжение по коже. От себя поглаживание. Вот друг за другом. Артем Алпеев приехал с набережных Челнов. Парень не видит ничего с детства. Выпускник 11 класса решил воспользоваться моментом и попробовать себя в роли массажиста. Преподаватель с энтузиазмом взялся за обучение будущего студента. Тонкостей в массаже много, и всем премудростям этой профессии готовы обучить в медицинском колледже. Еще в 9 классе определил, что это моя будущая профессия. Мы сюда приезжали в 2022 году, мне все понравилось. Сейчас в 2023 мы приехали, мне тоже все нравится. Обязательно сюда приду поступать. Нам очень все понравилось, все доступно объясняют, все, что нам меня интересовало по поводу учебы и по поводу жилья, это нам все объяснили. Массажу слепых начали обучать в колледже Нижнекамска 6 лет назад. В этом году смогут поступить 12 человек, и все будут учиться абсолютно бесплатно. Для иногородних предоставляется общежитие. Процесс обучения полностью адаптирован под лиц с ограниченными возможностями здоровья. Специальные манекены, учебники с шрифтом Брайля и не только. В Нижнекамском медицинском колледже созданы все условия для незрячих студентов. На полу установлены везде такие тактильные плитки, которые позволяют обучающимся свободно ориентироваться в пространстве. Диплом уже получили 22 специалиста. Все они сейчас успешно работают в индустрии красоты и медучреждениях. Незрячие массажисты сейчас очень востребованы. Инвалиду по зрению, особенно без остаточного зрения, трудоустроиться всегда очень сложно. И получить профессию, и тем более трудоустроиться очень сложно. Связано со спецификой, конечно, инвалидности. Вот. Но профессия незрячий массажист – это очень для незрячих доступно. И получая ее, незрячие люди свободно, хорошо, легко трудоустраиваются и показывают себя как массажиста с очень хорошей стороны. Являются конкурентоспособными на этом рынке труда. День открытых дверей прошел продуктивно. С деятельностью и условиями поступления познакомиться сегодня приехали незрячие из Бугульмы, набережных Челнов и Заинска. Многие из них сделали свой выбор и намерены в этом году поступить в медицинский колледж на курс массажа. Вера Муратова, Максим Липин, Новости НТР.